Я снова приветствую всех зрителей B2B TV и надеюсь, что сегодня вы разделите со мной очень важный для меня день. Сегодня закрылась моя первая лондонская сделка. Как я вам говорила уже, крупный российский клиент, и я думаю, теперь это прозвучит в прессе, поэтому безопасно об этом сказать, это ВТБ Европа, то есть европейское подразделение Внешторгбанка. С помощью нашей компании в Лондоне арендовала порядка 6500 квадратных метров для своей штаб-квартиры в Европе. Этим очень ранним утренним днем, 7 утра, мы в 2 часах езды от Лондона, и я хотела с вами поделиться впечатлениями о том, что мне предстоит. Ко мне в гости приехала сестра Татьяна, и вместе мы с ней сейчас полетим на воздушном шаре над Англией. Дорогие зрители, я вас очень люблю, поэтому делаю для вас репортаж с высоты птичьего полета. Воздушного шара, который можно посвятить московской и лондонской недвижимости. Так выглядит жизнь обыкновенных англичан с высоты птичьего полета. Вот она, Англия. Сегодня ко мне в гости приехал Сергей Рябокобылко из Москвы, еще пока солнечный Лондон, и я пользуюсь этой возможностью, чтобы спросить у одного из лидеров московского рынка, самого Сергея, что он думает про Лондон. На самом деле, Сити – удивительное место. Сити отсюда примерно можно увидеть, наверное, две трети тех зданий, которые составляют порядка 14 миллионов метров офисного рынка, который здесь расположен. Интересно нам, особенно там из московского рынка, да, посмотреть на то, как развивается Лондон, и особенно, что будет происходить сейчас, да, в ситуации с сложным рынком финансирования, как на это реагируют профессиональные девелоперы, и как на это смотрят инвесторы, те, кто, собственно, заказывают музыку на офисном рынке в крупных городах. Я приветствую всех зрителей B2B TV в Стрэтфорде на Эйвене, на родине и месте, в общем, смерти Вильяма нашего Шекспира. Сюда я приехала в короткую поездку на один день со своей мамой, чтобы самой посмотреть это место и показать его маме. Это милейший городок, здесь все пропитано, в общем, стариной, Шекспиром, и все исторические здания сохранены очень хорошо. И всем советую сюда приехать из Лондона. Ну, про коммерческую недвижимость здесь говорить сложно. В основном это торговые маленькие помещения, магазинчики. Здесь много антикварных магазинов, много всех распространенных брендов, типа Debenhams, Marks & Spencer и прочих. Но они все находятся на первых этажах зданий традиционных. Офисами здесь, и, так скажем, и не пахнет, поэтому я здесь всего на один день и передаю привет всем зрителям B2B TV. Надеюсь, вам все еще интересно смотреть мой фильм. И всего хорошего. Пока.